Бурго устанавливает новые стандарты двухрядных дисковых селок с агрегатом 3720. Доступно в различных конфигурациях с рабочей шириной от 9,1 до 21,3 метра с междурядием 19, 25 или 30 см. Эта сеялка может работать в любых экстремальных условиях. Запатентованная параллелограммная конструкция рычагов обеспечивает независимое копирование рельефа каждым сошняком и совместному движению чистящего и прикатывающего колеса в соотношении 1 к 1. Чистящее и прикатывающее колесо играет ключевую роль в бескомпромиссном контроле заданной глубины. При движении по неровной поверхности или наезде сошняка на камень, на каждые 2,5 см движения чистящего колеса по вертикали, глубина заделки семян будет изменяться всего на 1 см. Это способствует равномерной глубине посева в любых условиях и на повышенных скоростях. При необходимости чистящее колесо на диске можно заблокировать в верхнем положении, и тогда все прикатывающее усилие пойдет на прикатывающее колесо. Большой дисковый сошник диаметром 51 см и толщиной 5 мм изготовлен из борсодержащей стали и обладает превосходными характеристиками прочности, сохраняя при этом гибкость, что сводит поломки к минимуму. Диск с легкостью прорезает пожневные остатки, способствуя исключительной заделке семян из года в год. Положение скребка регулируется по мере износа диска. Бурго предлагает два разных варианта скребков и прикатывающих колес для удовлетворения потребностей каждого. Низкопрофильный скребок в комбинации с уникальным расположением диска под углом 5 градусов по горизонтали и 10 по вертикали способствует минимальному нарушению целостности почвенного покрова при посеве. Двухплечевые полупневматические прикатывающие колеса со смещением не только разрушают кромку, но и надежно прикатывают и уплотняют борозду, что дает семенам более свободный доступ к почвенной влаге. Второй предлагаемый вариант – это скребок с крылом. Его конструкция обеспечивает дополнительную защиту семян и идеально подойдет для условий с большим количеством пожневных остатков. Этот скребок способствует размещению семян на безопасном расстоянии от борозды, созданной дисковым сошняком, где невозможно запинание и вынос семян на поверхность. Помимо этого, скребок с крылом может использоваться для разделения семян и удобрений. Это имеет высокое значение при посеве бобовых культур, что особо чувствительны к воздействию фосфорных удобрений. Скребок с крылом обычно используется в комбинации с двухплечевым полупневматическим колесом без смещения, которое лучше справляется с равномерным закрытием более широкой борозды. За счет более широкого профиля скребков с крылом послепосевной фон будет похож, как после посева, анкерным агрегатом. Скребки с крылом доступны только для спецификации с междурядием 30 см. Простая и в то же время надежная система регулировки глубины с удобным рычагом позволяет изменять глубину заделки шагом 6 мм до 10 см максимум, позволяя адаптироваться под любые условия посева. Сила прикатывания может быть изменена во время посева при помощи специального блока управления модели 405, что устанавливается в кабине трактора. Манометр позволяет легко и быстро контролировать силу прикатывания в диапазоне от 32 до 104 кг на сошник. Опционально доступные колеса высокой проходимости открывают возможность раннего посева даже в экстремально влажных условиях. Большие передние колеса центральной секции рамы и самоориентирующиеся колеса наружной и внутренней секции крыльев обеспечивают исключительную проходимость на влажных участках. А прицепное устройство с системой подруливания для агрегатов с колесами высокой проходимости предоставляет лучшее следование колее впереди идущего агрегата во время транспортировки по узким дорогам и на поворотах. Опционально доступная уникальная система для внесения удобрений в междуряде MRB позволит носить полную норму азотных удобрений за один проход, исключая риск их негативного воздействия на семена. Диски MRB установлены под оптимальным углом для создания бороздки шириной, достаточной для укладки удобрений без лишнего нарушения целостности почвенного покрова. Продуманная до мелочей конструкция сошняков, крепкие и надежные литые компоненты, простая регулировка глубины и полный контроль с помощью гидравлической системы позволит вам сконцентрироваться на качественном посеве и не тратить драгоценное время на настройку или обслуживание вашего оборудования. Чтобы узнать больше о дисковых посевных комплексах модели 3720, посетите вашего официального дилера, либо наш веб-сайт burgo.com. Бурго – стремление к совершенству!